Ребяточки, всех категорически приветствую. Меня зовут Илья. Это вложик, в котором я расскажу, что у меня нового, конечно, в жизни происходит. Не так часто я их снимаю. И начнем, конечно, с того, что я наконец-то достал и расчехлил свой музыкальный центр «Пионер». Вот так, посмотрите, здесь просто какая-то вечная пыль на нем. Вот здесь просто несколько слоев пыли, охренеть. Все, настало время, опять же. Музыку буду слушать, это сетевой, короче, этот, музыкальная голова, сидюшная, вот. Офигенная тема, колоночки вообще четкие, очень хороший набор, вот. Но в этом видео хотел бы еще подробнее заострить внимание, потому что очень много народу спрашивают постоянно, поэтому. Это, короче, не реклама, хотя, с другой стороны, это в любом случае будет реклама, если я про это рассказываю. Полностью платили свои деньги, компания не в курсе, что я там блогер, что-то мы там заказывали. Все, просто реально сами заказывали, сами оплатили. Вот, меня тоже постоянно спрашивают, Илюх, что там, что, как? Вот, вот эта вот система, диван, кровать, это же полностью шкаф и диван внутри кровать. Стоило на момент покупки, это получается, по-моему, 21 год. 210 тысяч рублей. Вот то, что вы видите, 210 тысяч рублей без учета матраса. На данный момент я чисто ради интереса зашел на сайт. Прям по-русски вот так вот, как слышите, Олисис. Вот это вот одна из этих фирм, которые делают диван-кровати. Вот так вот, как стенкой. Есть еще вторая компания, не помню, как она называется, у нас у друзей такая тема есть. Вот, мы решили выбрать именно Олисис. Сейчас вот это вот, то, что видите, стоит 340 уже. Охренеть. Так что успели заказать. С другой стороны, ты когда слышишь такие суммы, что? То есть, типа, реально стенка может стоить там 340 косарей. Ну, вот такие вот реалии. Почему выбрали вот именно вообще такой вот вариант? Потому что данная комната в будущем, вот здесь вот можно будет поставить, я не знаю, одну или две двери распашонки, потому что квартира двухкомнатная, соответственно, одна комната вот там, вот спальня сейчас, вторая комната здесь, она гостиная, но она никак не закрыта. В будущем, чтобы можно было, значит, там ничего, конечно, не раскладывать, не терять место, было принято решение вот сделать такой вот небольшой косметический ремонт. Помните, год назад я тут обуви переклеил, пол переложил, теперь здесь ламинат, раньше линолеум был, все такое светленькое. И вот решили сделать во всю стену. Да, не икеевский. Это первое за последнее время, что мы купили, кстати, не икеевский. Потому что вся остальная мебель, прям старались, конечно, икея, 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 везде. Так вот, в чем прикол? В том, что здесь вот это все в комплекте идет, можно выбрать, конечно, разный цвет дивана, вообще как уходишь. Диван можно еще заказать, вообще другой поставить. То, что он там, по-моему, на двух или на трех, или, точнее, на двух или на четырех винтах крепится вообще ко всему этому. Если ты его, не знаю, там полностью загадил или что-то еще, вот этот модуль можно полностью заказать новый. Под любой цвет. Вот у нас, по-моему, что-то типа кофейный. Снизу ничего хранить нельзя, потому что когда вот ты ее опускаешь, она вообще вплотную ложится. То есть она, можно сказать, сейчас на пол. Эта штука падает, и дальше вот такая вот магия, ребят, происходит. Реально так берешь, даже утенки получается. Вот так еще немножко делаешь, вот, и она сама типа откидывается. Это матрас, значит, 160 сантиметров. Максимально, по-моему, там можно 108 взять, можно взять 90. Маленькая спальня рабочая, ой, спальня рабочее место. Матрас тоже выбирается разный. Это такие специальные штуки, которые крепят, если у тебя тут, к примеру, одеяло. Оно, чтобы, ну, его не снимать, одеяло крепится, чтобы оно никуда не сползло. И вот здесь вот что за прикол. То есть подлокотник вроде есть, вроде что сам можно поставить. Здесь возможные подсветки включаются. Вот так вот все выглядит. В ночное время очень круто. С другой стороны то же самое. Тоже подсветочка есть. Вообще класс. Я сейчас заметил, у них какая-то новая тема появилась. Вот эти вот светодиоды. Там вот такая, знаешь, как подсветка этой неоновой ленты идет. Ну и, конечно, проектор, ребята. Проектор звездного неба. Вообще бомба-бомбовская.
Постоянно тоже спрашиваете. Оставлю вам на Алиэкспрессе ссылку на него, именно где я брал. Сейчас это скидки 11-е успеваете купить. Потому что реально ночью создает вообще офигенный эффект. Вот. Красиво, да? То есть вот это все тебе приезжают, ставят вообще по красоте. Здесь. О. Беспроводная зарядка. То есть она, ты, конечно, можешь свой телефон положить. И плюс открываешь. Вот она вот так вот делается. Здесь еще два USB. Раз USB, вот там, с другой стороны, два USB. Вот она не крутится, но второй USB просто неудобно, конечно, в ту сторону. Ну, типа, я все равно USB-шкой здесь не пользуюсь. Что-то можно поставить, эти подсветоньки. Вот, и здесь она такая проходная, вот эта верхняя штука. С другой стороны, вообще ровно все то же самое. Да, в принципе, вот. Клево, да? То есть, ты за два движения у тебя, хопа, спальное место. Мне кажется, вообще прикольная тема. Давай сейчас выключим. Вот здесь единственное, что неудобно, конечно, боковую подсветку приходится с каждой стороны выключать. Вот так вот. И складывается все это. Вот так вот одной рукой берешь. Как в американских фильмах, знаешь. Я помню, раньше смотрел, когда хопа. Вот так вот все. И смотри, насколько быстро, да? Шлопс. И у тебя обратно диван. Вроде гостиная. Здесь отделение для спальных принадлежностей. Короче, одеяло, подушки. Все здесь хранится. Вот эти полки тоже разные можно было выбирать. Выбрали вот такой вот цвет. Типа то, что под цвет, знаешь, вот это вот икеевского. Вот это вот икеевской полки, все вот эти. Выбирали тоже, вот, чтобы это под цвет было. Можно было все белым сделать, но белым, мне кажется, неинтересно было. Ну и здесь всякие сториджи везде вообще. Вот эти все тоже, это все вот открывается здесь. Вот эти тоже все это открывается. Вот только вот это не открывается, потому что там внутри это полки. С этой стороны практически то же самое. То есть сбоку, здесь сюда открывается, здесь все Тёмкино лежит. Эти также все делается. Вот. А, еще прикольно. То есть сверху остается еще куча места, но там вот что можно еще положить. Вот так вот. Я считаю, конечно. Ух, я даже тогда думал, там вместе с матрасом вышел, по-моему, 230. Что-то типа такого. Там еще скидка была. А на данный момент это стоит вообще каких-то просто космических денег. Просто, знаешь, там 340 тысяч за вот это. Думаешь, ничего себе, охренеть. С другой стороны, сейчас вот смотри, Икея ушла. Зашли во всякие магазинчики, смоешь диванчики там, знаешь, 70-80 тысяч, просто диван. Потом еще смоешь это, отдельно шкафы, короче, просто пипец, цены, конечно, наверх, жесть. Главный отзыв, что, все клево, единственное, вот какой-то косяк у нас за этой штукой. Вот в этом месте она скрипит, когда... Это на ней спишь, там, я не знаю, прыгаешь и так далее. На постели все нормально. Вот слышите? То есть вот здесь какое-то, ну, я думаю, слышно, какое-то напряжение. Вот. Вот так вот эту вот тему напрягает, когда вот именно сидишь, вот здесь смотришь телек, с другой стороны нормально. Это единственный косяк за все время. Поэтому вот такие вот дела. Ладно, с этой штукой закончил. Сейчас буду протирать. Все это дело подключать. Да, еще куча проводов, потому что я это аудиокабель сам покупал, чтобы он типа побольше был. Красотень. А то дисков полно. А не слушаю. Экран, кстати, цветной. Да. Пионерчик вообще прям. По красоте. Вот думаю, куда поставить. У меня как раз еще были мысли. У меня есть крепление для компьютера. Вот туда вот снизу. Я подумал, что может быть. Может быть. Компьютер вниз засунуть, вот, а колонки поставить по бокам. Потому что сейчас я не могу колонки поставить. Если бы вот одну колонку туда, а вторую некуда. Я же не буду ее наверх ставить. Вот, и за комп тоже ставить не буду. Вот у меня возникла такая идея, что может быть его вниз повесить. Хотя, блин, вешается он, кстати, вот сюда вот. Не знаю, это удобно, неудобно. Вот начинаю где-то вот отсюда. То есть не там, где он стоит, а где-то вот отсюда он снизу будет.
Вот я не знаю, это типа норм, не норм. Хотя он вроде мешаться не будет. Да там и... Здесь, конечно, горячий воздух выходит. Мне кажется, там тоже должно быть что-то, какие-то зазоры технические. Сейчас в скором будущем буду ставить, уже видеозвонок. Прикольная тема вот эта вот. Особенно камера, потому что, блин, все беспроводное. Вот это вот Юфи. Офигенно, что вот не надо ничего никуда прокладывать. Все прям изначально вот так вот взял и бац, повесил. Сейчас у меня этот звонок здесь заряжается. Потом буду устанавливать. И пока вот сюда подошел, вот эту тему, короче, заказал на Алиэкспрессе, потому что мне вот эта вот тема, конечно, надоела, моя кустарная. Я заказал удлинитель, который на тоже три розетки, но при этом там будут встроены USB-шки, особенно с USB 3... Quick Charge 3.0. Вот. Чтобы не вот этим вот пользоваться тоже, это набалдажником, а чтобы сразу нормальный этот сетевой фильтр, пилот называется, как удлинитель с USB, типа того. Вот, чтобы там это порядок навести. Вот такие вот дела. А по компьютерному месту пока новости такие. Повесил Fifine, пользуюсь им. А Шур, не знаю, пока снял. Что-то с Шуром, блин, не могу разобраться никак с USB-шками в компе, потому что там реально какая-то байда. Надо, конечно, винду еще переустановить. Сейчас стоит 11-я, буду 10-ю ставить, конечно, нахрен все стирать. 11-я винда мне надоела. При этом, из-за того, что байда с USB-шками, вот эта вот звуковая карта тоже, конечно, бородит. Поэтому и Шуром не могу пользоваться. Да даже тем же самым принтером. Он вот здесь вот стоит, вот здесь. То же самое. Не на всех USB-хах он работает. То есть не на всех USB-шках он печатает, понимаешь? Там нужно найти определенный USB, блин, который будет работать. Я не понимаю, это очень странная тема. Решение этой проблемы не могу найти. Здесь по подключению вообще все четко. Либо это какой-то косяк материнской платы. Не понимаю. Потому что здесь вот просто только Type-C выходит. Здесь у меня вообще мало чего подключено. Здесь я только карт памяти пользуюсь. Спереди даже вот когда подключаешь этот, как его, значит, гарнитуру, вот тоже, если сзади в какие-то определенные разъемы подключено, то передний не будет работать. И вот ты принтер тоже свой подключаешь, и, блин, не будет печатать. Вообще странно. Иногда вот сюда гарнитуру включаешь, здесь будет работать. Сзади какой-нибудь подключишь, там не будет работать. Что с этим делать, я не знаю. Ладно, такие вот маленькие новости были. Спасибо большое, что смотрите. Подписывайтесь на канал, в группу в Телеграме вступайте. Тоже ссылочки в описании. Давайте, с вами был Илья. До новых встреч. Пока, ребят. Чух.